Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас ролик про покупку вертолета. Наконец-то мы его покупаем. А сейчас доедем до магазина, получается. Я вам покажу, все объясню. Ну, а вам желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну, а мы начинаем. Вот мы подъезжаем к магазину, получается. Закрываем машинку. И смотрю, закрыл. Бегать не могу, инвентарь переполненный. На 3. Так, авиасалон. Окей. Так, у меня, смотрите, то есть выбор между вот этим вот самолетиком, точнее вертолетиком, и выбор между вот этим. То есть, в чем разница? У этого тяга 16,5. И он четырехместный, а у этого тяга 8, то есть он быстрее будет подниматься и лететь, чем тот, но это двухместный. В чем разница, думаю? Вот этот вертолет чист для кладов и для себя, то есть не для МПшек, не для чего там. А этот вертолет чист под МПшки, потому что здесь могут сесть 4 человека. И он стоит 15 миллионов, а этот стоит... Где ты у нас, товарищ? А это у нас стоит 15,5. И я хочу купить вот этот, наверное. Так какой цвет сделать? Синий нет, зеленый не хочу, красный. Такой себе черный. Блин, какой цвет сделать? Давайте сделаем, наверное, черный. Зачем нам выделяться, правильно? Так, 15,5 миллионов купить. Вот точно, да, купить. Покупаем. Не дождать, конечно, мы акции на эти вертолеты. Ну, ничего страшного. Так, авиасалон. Заказать. Вот она, наша вертушечка. Сейчас такой мини-обзор сделаем, попробуем на нем эти один клад. Так, доходим. Наверное, на звук сделать, как слышно было его. Так, вот сделаем. Открываем. Залазим. А что, не слышно его? Эффектов. Вот. И полетели. То есть вот он, этот красавец. Теперь у нас... Ай-яй. Ярик-ярик. Так, не туда, нашу вертушечку. Сейчас возьмем, получается, один клад. Попробую найти на нем клад. То есть для чего вообще я взял его, это чисто под клады. Я хочу на нем клады искать. То есть на нем намного выгоднее искать клады, чем на машине. Ух. Итак, садимся. Надеюсь, у меня есть. Да, клады у меня есть. Значит, получается, это у мозга. Садимся. Пять пятьсот на вертушке должно быть очень быстро летать. Все же нужно было его убрать в красном цвете, какой-то он прям не яркий, сказать.
Наверное, надо было у него брать красный третий. Ну и ладно. Нам его не на показ. Мать, опять 500, да? На машине если бы ехали, мы все кружили, а это мы просто напрямую прилетаем. И в любую точку прилетаем. То есть очень выгодная вещь это вертолет. В дальнейшем, думаю, я буду еще записывать ролики, это сколько я получу на машине за час и сравним с вертолетом. То есть насколько это прибыльнее. Где вот такой еще везет? Такой вид. И на вертолете. Просто ямку попал, понимаю. Ой, ой. Ой. Видишь, мне еще не учиться летать. Ну и ладно. То есть мы теперь приплыли, прилетели. Смотрим, где это у нас. Здесь вот, да? Да, это точка. Собрали все, опять метод кинули. Это вроде недалеко. 2000. Ну, садись. И все, и полетели. Ломается, кстати, он не так быстро, как раньше ломался. Вот я, сука, в начале врезался. По пути сейчас врезался, сейчас врезался. И у меня он только чуть-чуть отнял, получается, его состояние здоровья. Поэтому это хорошо. Не так сильно будем тратить мы ремки. О, кстати, звук заработал. Не сразу, но заработал. Сколько вот времени, да, вы это пришлось там все облетать, точнее, объезжать на машине. Тут вот раз, прилетел, все, ты уже 2000 пролетел. То есть очень выгодная вещь этих вертолетов. Очень выгодная. Я думаю, эти 15 миллионов я очень быстро куплю. Ты ж не упадешь? Не упадешь. Где-то вот тут вот, да, по идее. Все, и так в таком темпе собираете, получается. Ну а на этом все, будем прощаться. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии по поводу покупки и по поводу вообще вертолетов. Ну и подписываемся на канал.